Приветствую, друзья! На связи Артем Мазур. И в этом видео мы вместе с вами разберем один из самых популярных запросов, который э, гуглится в Гугле, запрашивается на YouTube, спрашивается в Яндексе – это «Как зарабатывать в Инстаграм?». Я более чем уверен, что вы себе, если смотрите это видео, то вы себе тоже это задавали вопрос, искали на него ответ. И в этом видео я хотел бы разобрать основные, наверное, четыре модели, то, каким же образом сейчас э, самые такие популярные способы, то, каким же образом зарабатывается Инстаграм. Откуда созрело это видео? Мне в часто пишут, что Артем вот а, с и захожу к тебе на профиль, вот ты рассказываешь очень много об Инстаграм, обучаешь рекламе в Инстаграм, захожу к тебе на профиль, у тебя там больше 100 тысяч подписчиков, у тебя там не коррелируется как-то количество лайков, количество комментариев с количеством подписчиков, не знаю о том, что там большая часть из них была набрана с Giveaway, но это не важно, да, об этом я записывал отдельное видео. И вот скажи, вот ты вот обучаешь этому, а скажи вот, ну, ну то есть, как, почему у тебя там нет такого количества подписчиков, у тебя там не соответствует количество лайков, количество комментариев, количество подписчиков и вот это вот все вопросы когда задаются я хотел бы записать такое видео и разложить по полочкам то вообще как зарабатывать в инстаграме первый способ он наверное самый самый такой общеизвестный который подходит далеко не всем но это способ которыми пользуются многие популярный блогер это заработок на рекламе то есть представьте да то есть вы у вас есть какая-то интересная тема ну или возьмем любого другого блогера есть какая-то интересная тема а, о блогера есть у него, в ней экспертность и он они пишет да снимает какие-то интересные видео снимает а, пишет какие-то полезные посты возможно это просто какой-то блогер звезда возможно какой-то популярный в какой-то теме и его основная задача это первая есть тематика, потом собрать вокруг себя аудиторию, максимально вовлечь ее в обсуждение, в комментирование, в обратную связь и цель такого блогера зарабатывать по большей части на рекламе. Это первый способ заработка. Зарабатывать на рекламе. Для того, чтобы человеку зарабатывать на рекламе, для того, чтобы к нему обращать рекламодатели, у него должна постоянно расти статистика, именно количество подписчиков. И второе, у него должна быть постоянная вовлеченность. То есть как можно больше людей из вот этого количества подписчиков, они должны быть вовлечены в процесс. И таким образом человек показывает рекламодателям, что у него крутая статистика, у него постоянно растет аудитория, постоянно растут охваты. Вот, обращайтесь ко мне за рекламой. И люди заказывают рекламу. Сначала заказывают рекламу какие-то э, ну, какие мелкие бренды, интернет-магазины, возможно. Потом заказывают рекламу уже крупные бренды. И так на этом блогер зарабатывает. Это первый способ заработка на рекламе. Здесь главный параметр. Первое – это количество подписчиков. Второе – это охваты. И третье – это вовлеченность. То есть насколько активна аудитория в этом аккаунте, чем больше она активна на странице, тем больше людей начинают обращаться за рекламой. Вот, это основной способ заработка – рекламные контракты. Второй способ заработка, он уже немножко другой, это когда человек ведет свой инстаграм на какую-то определенную тематику и продает не рекламу, а продает какие-то либо свои, либо какие-то смежные продукты. Что это значит? Допустим, возьмем тематику э, интернет-продвижения, Возьму тематику мою, да, допустим, я веду Инстаграм, опять же, ну, опять же, я веду Инстаграм не на тематику рекламы, да, а я веду просто какой-то лайфстайл Инстаграм. И моя цель заработать не на рекламе, моя цель заработать не на количестве подписчиков, потому что у меня на страницу, кстати, ссылочку тоже оставлю в описании, у меня на страницу приходят люди из целевой аудитории. И а, люди, когда следят за страницей, потом переходят по ссылке и там предлагаются какие-то образовательные продукты. Вот, допустим, я говорю, зарегистрируйтесь, узнаете, как настраивать рекламу. Люди переходят по рекламе и, допустим, а, дальше принимают участие в образовательных программах. Есть другая категория, есть те, кто, допустим, не знаю, а, создает какие-то курсы, которые, в которых он эксперт. Допустим, человек говорит, что я, допустим, а, знаю, как красиво фотографировать на телефон. Вот у меня есть а, записал мастер-класс. Допустим, человек смотрит, что лента интересная, прикольная. А, действительно, человек. Там разбирается и кто тоже же хочет также и допустим покупает другой человек допустим выпускает там свою какую-то линию одежды и говорит я вот не знаю там бьюти блогер я вот разбираюсь в стиле вот у меня вышла новая одежда вот покупайте и так далее да допустим человек не продает рекламу а он аккумулирует аудиторию, и здесь не важно именно количество, как в первом случае. Да? То есть, чтобы вы, чтобы вы понимали, есть блогеры, которые ориентируются на количество. То есть, чем больше подписчиков, тем лучше. Там не важно, что это будут школьники, не важно, что это будут какие-то другие люди, не нецелевая аудитория. Там главное именно движуха. Там главное именно вот эта вся вовлеченность. Во втором случае главное, чтобы аудитория приходила на страницу целевая. Если это люди целевые, если они э, вовлечены, они как бы имеют коннект с автором, им автор нравится, они уже давно за ним следят, они ему доверяют. Соответственно, если автор говорит, вот у меня есть какие-то продукты, вот вы можете их приобрести. И такой автор, он иногда зарабатывает намного больше, в разы больше, чем блогер, который зарабатывает на рекламе. Кстати, это на минуточку для блогеров, которые сейчас продают только рекламу, задуматься о своих каких-то продуктах, потому что это намного прибыльнее и намного интереснее. Это второй способ заработка, когда вы ведете свой инстаграм профиль не для того, чтобы продавать рекламу и не гонитесь за цифры подписчиков, а гонитесь именно за целевой аудиторией, чтобы у вас постоянно страница росла, чтобы вы постоянно имели коннект с подписчиками, но Основная цель здесь не продажа рекламы, а основная цель здесь продажа своих продуктов. Как, возможно, у вас в будущем будут свои продукты, возможно, вы что-то порекомендуете, да, какую-то по, по партнерской программе, и вы зарабатываете именно на этом. Это второй тип заработка, когда вы ведете свой профиль как эксперт, да, в первом случае это как вы, как блогер, да, который зарабатывает на рекламе для того, чтобы много аудитории, второй как эксперт. Третий способ это когда... У вас, возможно, даже нет своего инстаграма, но у вас есть какой-то бизнес, у вас есть какой-то проект, в который вам нужны клиенты. И здесь ваша основная задача не вести свой профиль, не раскручивать и не гнаться за цифры подписчиков. Здесь основная задача это правильно запустить таргетированную рекламу в инстаграм. То есть ваша задача привлечь в свой бизнес как можно больше клиентов из инстаграм. Ну, логично. Вы, обучившись, как правильно запускать рекламу в Инстаграм, кстати, если вы хотите там учиться, есть ссылочка здесь внизу в описании, у меня есть очень крутой четырехдневный тренинг по рекламе, где вы научитесь запускать эту рекламу. Вот, вы обучились, как правильно запускать рекламу, как привлекать клиентов именно конкретно для своего бизнеса, и вы запускаете рекламу в Instagram для того, чтобы привлечь клиентов. И в этом случае, возможно, вам даже не нужно будет вести свой профиль, потому что рекламу в Instagram можно запускать и получать клиентов даже не имея своего инстаграма. Да, даже так это возможно, и вы получаете клиентов клиенты приходят с Инстаграм рекламы, они у вас покупают, и в дальнейшем вы платите больше денег в рекламу, больше получать клиентов, соответственно, оборот вашего бизнеса растет, ваша чистая прибыль тоже растет. Поэтому, если у вас есть свой бизнес, то не думайте, что вам обязательно нужно вести свой профиль, вам нужно там, заморачиваться над контентом, заморачиваться на набор подписчиков. Нужно ли это делать? Конечно, нужно, но, опять же, это не первостепенная задача, потому что вы можете привлекать клиентов, даже не имея своего собственного профиля. И есть четвертая категория людей, которая зарабатывает на оказании услуг для предпринимателей. Допустим, вы Прошли какое-то, не знаю, там, обучение по профессии администратор инстаграм и умеете вести профиль, э, умеете э, привлекать туда аудиторию, умеете там, создавать визуал, контент, общаетесь с, общаетесь с подписчиками, да, и тем самым потом на странице делаются продажи. Возможно, вы умеете запускать таргетированную рекламу и вы, работая с предпринимателями, потому что у предпринимателей, как правило, иногда даже нет времени, они не разбираются, вы предлагаете им свои услуги и зарабатываете на услугах по привлечению клиентов. И это, наверное, самая большущая ниша, самая популярная ниша, которая сейчас развивается, будет развиваться и будет развиваться еще долгое-долгое время. Потому что количество бизнесов растет. Если вы являетесь специалистом по рекламе, вы всегда можете найти клиента, оказать ему услуги по настройке реклам, по ведению рекламных кампаний и тем самым в дальнейшем на этом зарабатывать. А если вы ведете там 3-4 клиента, что в среднем вот, обычно люди ведут где-то 3-4 клиента, то вы зарабатываете свои там 30-50-100 тысяч рублей в месяц в зависимости от вашего навыка, в зависимости от того, как вы себя оцениваете, в зависимости от того, от ваших результатов, какие вы уже успели добиться. И это вот эта четвертая категория, каким же образом зарабатывать на, на Инстаграме. Да, то есть на настройки рекламы Instagram, на оказание услуг по продвижению профиля, на привлечение аудитории и так далее. И вот это основные четыре момента, как можно зарабатывать в Instagram. То есть опять же можно сейчас еще говорить о всяких черных методах, да, там, по серых методах заработка, но это все не то. Мы сейчас говорим именно о белых методах, каким же образом можно зарабатывать на рекламе и на продвижении профиля в Instagram. Да? То есть резюмируя, есть блогеров категория, есть категория людей, которым нужна именно целевая аудитория, они продают свои продукты, есть категория бизнесов, которым даже иногда не нужен Инстаграм, им нужно просто правильно запустить рекламу и привлечь клиентов в свой бизнес. И четвертая категория людей ⁇ это люди, которые а, знакомы с рекламой, которые являются специалистами в этой сфере, у них нет своего бизнеса, но они, допустим, вот, допустим, возьмем мама в декрете, да, то есть она сидит, нашла клиентов, настраивает рекламу. Кстати, оставлю а, ссылочку в описании. Почитайте историю успехов наших клиентов, которые успешно ведут профили, успешно ведут бизнес различных клиентов, настраивают им рекламу, привлекают клиентов и потом, собственно, зарабатывают на этом деньги. Вот. Если же вы хотите научиться на рекламе, тоже также оставлю ссылочку. Приходите на наш бесплатный четырехдневный тренинг, разбирайтесь в рекламе, начните точно зарабатывать в этой сфере. Вот, вот эти основные четыре метода. Теперь, если вы дальше где-то будете гуглить, дальше, если будете в YouTube вбивать запрос «Как зарабатывать в Instagram?», вот это основные четыре способа способа, каким же образом можно зарабатывать в Инстаграм. Возможно, я что-то упустил, возможно, что-то э, что-то вы еще знаете, каким же образом еще можно зарабатывать ниже в комментариях. Оставьте, пожалуйста, обратную связь, насколько было понятно. И теперь, надеюсь, у вас не будет возникать вопроса, что заходя теперь на какие-то профили, которые вы увидите где-то на просторах и видя, что, допустим, человека мало подписчиков, но он говорит, что я там зарабатываю в Инстаграм. И вы теперь будете понимать, что если человек говорит, что я зарабатываю в Инстаграм, не обязательно ему нужно быть блогером там, с миллионной аудиторией и зарабатывать на рекламе. Возможно, зарабатывать на своих продуктах, возможно, на партнерских, возможно, он бизнес свой продвигает, а возможно, он просто является специалистом по рекламе. Вот, надеюсь, это видео было вам полезно, надеюсь, у вас немножко прояснилось в голове, как же зарабатывать в Инстаграм. И, собственно, дайте обратную связь в комментариях для того, чтобы я снимал следующее видео, отвечая на ваши вопросы, которые также будут полезны для вас. С вами был Артем Мазур, желаем великолепного дня, до скорого!